Друзья, всем привет! 2 октября 2019 года стартует лотерея ДВ-2021, продолжится до 5 ноября, практически месяц, чуть больше. Проверить результат выигрыша можно будет в мае следующего года, 2020. Мне нравится активность в комментариях в нашей группе. Очень много людей, уже порядка 300 комментариев, люди задают вопросы. Подключились специалисты, которые сами проходили этот путь, практики из СНГ. Возникают вопросы по поводу смены загранпаспорта, получения биометрического паспорта для граждан Кыргызстана, для граждан Узбекистана, получение как такового загранпаспорта, как подавать, как лучше подавать, как это делать семейно, в какой период, как заполнять, требования к фотографии и прочее, прочее, прочее. Больше 2000 лайков уже собрал мой пост. В общем, идея такая, друзья. Я хочу все вопросы, ответы собрать воедино и где-нибудь дней через 5-7 сделать отдельный видеоролик, где мы разберем и озвучим все вопросы, ответы. Возможно, вы найдете свой ответ и получите информацию, которая вам нужна, в которой вы нуждаетесь. А также будет официальная ссылочка на сайт, где вы сможете пройти регистрацию и участвовать в лотерее Green Card. Удачи вам выиграть, переехать в Америку. Всем всего доброго. Пока.